Бей. Чё там по... Заходит. А, да, подожди, давай про товары подожди. Ай, боже. Давай сунем. Ой, блин, фреймы не настроены. Спасибо, ребята, что агрите трэш. Танка не засумонил еще. О, сейчас я вытяну. Вытру? Да. С Роми, ты в Дискорде? Джек, у тебя нет? Ненавижу вас, каждый. Вот этот? Лоу. Сейчас я вернусь, а то мне здесь исключу. Понял. Если Эльтара заберет тишку, я прямо в плащ сроки. Don't disturb. Какой кто это? Какой у тебя ник? Я... Да, я зашел Саймон, я писал Макмагону. Сейчас, секунду, подожди, тут рейд собирает минутку. Не мешает. Что, собеседование устраиваешь, да? Нет, никакой чел написал про гильдию с форума. Ты ж помнишь, там 2 плюс 2 умножить на 2. Прошел собеседование. Ну, своди пиво уже, как сериал. Магмагон. Это рвал на себе. Часы. Так, слышно? Ага. Вроде бабу кусты раздавай, вижу, вот каску раздали, хорошо. Про товар раздавай, щепи протопаловский баф.
Смотри, я босса танчу, слышь, мышь, ты танчи копию. Ты раньше танчил боссов здесь, на Болтаре? Да. То есть ты знаешь, там, когда... Отошел, покатил, да? Когда босс кастует вихрь, ты от него отбегаешь, ждешь, пока он пропадет. Когда он пропадает, этот вихрь заканчивается, и опять подходишь к фрейму босса. И чтоб босс не двигался, там, на кучу дистанции, 10 метров, минимально двигался. Главное вовремя отбегать от вихря и все. Ладно, словишь первую копию, вторую про товар, пошел гулять. Там протупил такую тактику, слушай, типа на Халёна такое говорит. Когда вихрь отбегает, я думаю, нихера себе, у Халёна вихрь. А я про Халёна? Нет, я про Халёна подумал. Пошли там когда спорить. А, да, мы же трэш зачистили, можно наплевать на все, в принципе. Видишь, смотри, Маколин, что делает. Закончился вихрь, подбежал к фрейму опять. Первую копию забирает. Да, первую копию ПТК забирает. О, первую копию лови, давай. Молимся, надеемся, что словишь. Вот что там, пинков без стиска. Сумма босса не увидел, он упал. Черепабло. И он развернулся. Череду, видишь, он подстил, не знал про таймер клинков, прожал череду под вихрь, тем самым умер. Вывод какой, еще таймер. Давай, поднимаем рогу. Станет замафаемся. Да, окей, я проебался с таймером, но вопрос в том, что череда должна за спину кидаться, никак не перед рожей. Ну а тут это старый баг, говорят, надо просто жать кнопочку назад и движение плеса тогда... Каждый раз прожимаю назад, он все равно прыгает, бывает, что именно перед лицом. Все, что поделать, да? Вара, кстати, чаша иногда так же работает. Что делать, что делать? Ступление. Шупа, не улетай, корова, пробку. Нет, он это ДК. Правый трэш ходит. Что поделать? Сейчас пробежу. Да, ничего страшного. Собьёшь туда. Что говоришь, стрельбить? С конца бить. Плиточки урел выбить. Времени у нас много. Пять метка на БДК. ПР на мили чешку, кто там ролит ее? Кто-то ролит ее. Макелик, ты ролишь чешку? Блин, жаль. Да я был бы первый. Ладно, на танк. Да ладно, не. Так, чек. Слышь, мышь, давай ты на боссе, остальные на трэше. Шаришь, что на этом боссе делать?
Да, прижиматься до вихря, допустим, когда на тебе много стаков брони, раскола. Некрой вампира, кровотвод. Лапу. Алекс Страза выбрала достойных союзника. Жаль, что придется прикончить вас. Бегу на 5 минут, так Не сагрите трэш слева. Назойливая мышкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Значит, смотри, слышь, мышь, внимательно слушай, что говорю. Видишь, где звездочка? Отсюда ты начинаешь бить босса. Видишь, где звезда стоит? Да-да. Врываешься на коне, когда подойдешь к фрейму, юзай таунт плюс хватка. Стой же там же, где босс. Если он пойдет в рейд, я выровняю, и с меня стаунтишь по команде. Дальше прожимаю обычную ротацию ДК, то есть 2 ЛП, там кровоотвод ЛП, потом прожимаешь руническое 3 ЛП, кидаешь истерию там на дамагера, там на стандоу. Дальше, если будет такой прикол, метеор кидается на тебя, ты поворачиваешь босса на рейд. Все время поворачивай босса на рейд, если метеор на тебя кидается. Если против не кидается, то не надо стрелки поворачивать. Правильно? Что? Против часовой стрелки к рейду. Право. Если рейд стоит, ладно, тогда в него бежишь. Начинать именно с таунта, не с ЛПшек, это принципиально. Нет, с ЛП может промахнуться, а на таунт у тебя есть символ. Или нету символа? Нету. Ладно. Есть у тебя символ темной власти? Хватка же не миссует, по-моему, да? Не, не миссует. Не, символа нет. Можно и хватку одновременно с темной властью. Мне никогда это не мешало. Короче, дальше, смотри, лужа течет в тебя, значит, ты должен от этой лужи отбежать. Только отбежать так, чтобы босс не двинулся. Это легко сделать, достаточно там лево-право отойти. Важно, важно, когда начнется вторая фаза, ты прожимаешь незыблемость и сразу же заходишь во тьму. Если куча луж возле рейда отрезает рейд, то ты смотришь по ситуации, заходить сразу или нет. Главное, чтобы хилы могли потом после тебя зайти. Потому что если ты зайдешь на вторую фазу, когда лужи будут вокруг везде, хилы не зайдут, и ты, наверное, умрешь через 10 секунд, пока они зайдут. Понял? Это понятно? Да. Отлично. Все, что тебе требуется на третьей фазе, это прожиматься под дыхание, АМС прожимать, что там у тебя за трение еще есть. Ну, у меня ключик, незыблемость, а кровать. Да, парашные трения, ладно. Ну, ключик можешь прожать. Кровь вампира, кровоток. Ну, ты понял. Если 60% во тьме на тебе и какой-то хилый рестер-шаман выносит, внимательно смотри за этим, жми удар смерти, крово, этот, захват рун. Прожимки по ситуации, все. Все, что надо делать БДК. А если идут лезвия, то ты поворачиваешь босса от лезвия чуть левее. Все. Больше ничего не надо. В 5.8 спокойно все затанчивается. Так, ура! БДК, наверное, сердце... понял, что делать. Да, что? Я все понял. Я просто сердце одел, а у меня чешка еще есть на броню. Выкинь чешку.
Теперь, кто где хилит? Алабама, ты хилил раньше, РС? А что ты хилил? Тьму, свет? Ну давай, тьму будешь хилить. Ты, гомеопатия, бешамони, гомеопатия, во тьме диспелишь, дитилин, джуни, бабл, ты свет хилите. Олег, вопрос, я свет или тьма? Ты будешь вот свету бить трэш. Вар на трэше. Да, протовар на трэше. У него ник СТФУЗР. На него напуливайте. Да, электрик тоже бьет трэш в свету. Типа как код будет у нас. Можешь вообще варов со спекнуса, если есть. А нет спека вообще никакого. Короче, кто тут первый раз, кому что объяснить надо? Кто еще тут не был с нами никогда в жизни? Про роль кота объясни, пожалуйста. Роль кота, блин, никогда за кота не играл, а что именно объяснить? Давай я тебе объясню. Смотри, размах, ты, одна кнопка. Смотри, ты бьешь босса, когда выходит трэш, ты ждешь, пока его напулят на танка, как только услышал первый напул, щелчки, пошел сразу вынести на панели размах и бьешь трэш размахом. Желательно бить так, чтобы размах упадал по боссу и по трэшу. В принципе, все. Вынеси размах кота на панель. Это твоя самая главная билка. Как только выходит трэш, ты его бьешь. Пробивает проблему. Смотри, по меткам. Допустим, первая метка в свету. Мы, короче, под боссом будем стоять. Кстати, первая метка в свету выносится вот сюда, где звездочка стоит. Почему сюда? Потому что после первой метки идет метеор. Поэтому, если вы не скиллованы, плохая реакция, просто перебегайте через хвост, вот так сюда перебегаете. Потом кидается вторая метка, выносите в сторону морды к стенке. В сторону морды к стенке, я имею в виду вот сюда, звездочку, видите? Это вторая метка. Потом третья метка, тоже выносим к хвосту и через хвост возвращаемся, потому что после третьей метки будет этот метеор. У кого хорошая реакция, можете возвращаться в рейд, вас не убьет метеор. У кого плохая реакция, через хвост надо возвращаться. На третьей фазе метки все в свету выносим строго назад, то есть 180 градусов повернулись рожей персонажа, отнесли метку, сдиспелилась она, повернулись обратно на 180 градусов, или там слева-справа вышли с этой метки, чтобы стаков меньше было, вернулись в рейд, все. Четвертая пати добивает големов. Давай лучше Ваню оставим. Так он будет. Сейчас, подожди. Так вот. Так, Люминокс, ты шаришь, что делать за Элема? Как тут играть вообще там? Диспелит во тьме, гомеопатия, сэра, ты в свету. К Сроме подиспель третью фазу свет. Хилы первая фаза диспелем. Я заметил, поставили вот квадраты, тогда допустим. Этот свет, тьма, звезда пускай будет. Вот. Напишите в дискорде, кто на какой спек ролит. Чек. Нахапало. На пол. Что, нахапало? Что-нибудь взял бы бесполезное нахапало, если вдруг. Так как на ретрика тут ничего не заберу. Ну, хорошо. О, 20 секунд. Алабама готов? Чё 20 секунд говоришь? На пол. Давай, врывайся, ничего страшного. Руническое прожмёшь. Давай, быстрее. Давай, в темпе. Отлично, идеальный курс. Главное сейчас прожать все дерьмо, и чтобы не сорвался курс. Узреть начало эры разрушения. Шамонь, выноси метку, давай быстрее. Не надо пока выносить спелью. Чему ты стоишь? Господи, боже мой, что ты делаешь? Правильно. Так нельзя вынести.
но если нет, быстрее носи. Через хвост возвращайся. Диспелла ее. Диспелла. Дубовую кожу прожимай. Давайте, бейте все босса. Трэш потом за книгом, если нет. БДК сразу заходи, незыблемый, сразу заходи. Рейд зашли туда. В четвертой пати бьем кружок. Кулебал остается у него зайти? Да, остается, мне ж надо как-то хититься. Клюника. Пестится на БДК кинь. Стоп, МС3. Что-то с двух сторон стоит. Терра метка. Звездочку метка там возьми, станьте, алё. Что это? Все умерли, все, не? Хлюн стоял, смотрел, генерала, короче, а не на дерево. Куда он там должен смотреть? Ну, как он заходит, так и должен залазить, так и ставить ну, босса. Слышь, Мэш, а что ты сделал неправильного? Что ты там, ты что, поворачивал босса? Ну, нет, и он как стоял, я так его и, в принципе, спулил во тьме. Сказал, что он не так стоит. Как только мы зашли. Бля, ну давай нормально, раздупляйся, танчи босса так, чтобы он и в третьей фазе был так же стоял. Ну, можно я его тогда поверну немного, как зайду, буду смотреть по... Не, стой, погоди. Смотри, в чем вообще вся суть. Тебе Халеона не надо поворачивать, когда ты заходишь во тьму. Блин, я дайте... Я сейчас так и сделал, и лайкнул. Не, ну, это бывает, когда... Это бывает, когда ты слишком близко к порталу подходишь, и ты появляешься прямо у него под пузом во фрейме. Он поэтому может стоять. Судя по всему, ты зашел, да, за портал, и босс на тебя повернулся... Ты спиной к боссу стоял, да? Ты что, про это, что ли? Ну, я это имел в виду, что такой вариант был, скорее всего. Не, надо... Не, просто смотри, ты начинаешь подходить, но ты в сам портал не заходи, и на него тогда клипай. Зашел, ты появляешься, и Халеон будет стоять так, как надо. Вот как ты будешь босса в ту же сторону будет смотреть. Ну, это хорошо, смотри, Бишамони, выноси сюда мед. И звездочка, эта форма не помогает, она тебя не ускоряет никак, ты не понял. И диспель сам сама себя. У тебя есть кнопка диспела, пользуйся ей. Нормально все выносил, у нее просто стан хвостом. Ну, не, неправильно. Она под хвост несла, ее просто не ставила. Куда надо выносить? Слушайте внимательно, где звезда? Сюда надо выносить, а не в БДК, где уже появляется, я люблю стак от бафа. Далее, пока забираю этого дурачка босса. Носите правильно. У кого хорошая реакция, можете сразу забежать в рейд и дальше дамажить. Ваня, готов? Да. Крест по шаману. Крест по шаману. Не забудь частицу на этого, на Макмагона. Не на слышмыш. Все, слышмыш, начинать. Крест по кресту еще, да. Давайте верим, надеемся. Звезду носите метку, вот видите звезда. Принести его носи. Побежали. Подтягивайте свою реакцию. Я, например, возвращаюсь до метеора прямо в рейд, успеваю задамажить босса, но не я через босс. Напама метка, сушение по большому дайте, сушение по большому, три моба. Частицу полипал на Макмагона, Я хилю тебя, вижу, пока там здесь. Не страшно, я... просто 27 кпп, у меня один голем. Ты меня сбил.
Ну, поднимай Джонни Бабла быстрее и сушение по-большому. Живу без Холли Павла. Не знаете, как он быстрее, не успеем переводить. Калиона, играйте, вот после того, как переведем, к Хроме даешь гимноман и Нинер Холли Павла. Спел меня. Спел меня. Хроме, давай гимноману. Сходи. ДК заходи. Кружок бьем. Вставай, Алабама. Заходи сразу. Баф по Алабаме, каску, крест, кулак, просто баф, лап, интеллект, Алабама, вали себе. И крути. Видите, кружок, специально кружок ставлю, чтобы... Паладин, возьми, кидайте Джагай свет. Джагай света нет. Чё, паладин, нет. Слава, кидай Джагай свет. Заходите, стабильно. Заходите. Макмадами, отдай на Алабаму и... Там паладины, которые в огне, может тоже на Алабаму дать идут. Дилектик, стой за ту метку, за ту метку. Только не... Это рай, не справится. Да. Ну, хит. Хит для карты, такая слабенькая, убивает сильно. Джонни Бабл, уйди к протопару, я застану. Ритера, дай им на ману прям сейчас, прям сейчас на ману. А, уже можно давать, если что. Ну, смотри. Пропускайте лезвие, в смысле, ждем метку. Только не в портал, да, вот туда, нет, правее, 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 да, вот туда они все. Заходите все, кроме первой. Люминокс, выходи в свет, люминокс, выходи в свет, люминокс, давай рост в цвету. Свет, метку ровно назад. Сроми, сроми. Метку назад. Ты легче. Жаль, метеор. Во тьме даем рост, РД большого голема, миленький мультидрэш, миленький на семетку, миленький на семетку, миленький на семетку, миленький на семетку. Не надо мурать здесь команд. Большого голема играем. Калену с тобой убьем. Калену свету стопаем. Стопаем дамаг свету. Электрики на семетку. Пальпацева на семе. БРФ нету. Ну это жопа, блин. Это жопа, потому что на пула нет. Походу силы не справляется, танк не справляется, танк не справляется, сюда потому что я вижу. Вы упали? Криво. Там пипас вообще не накурил. Ну, ну не знаю, даже накурил. Трэш на хилах висит просто. Но града стрел нет вообще. 200 тысяч. Сейчас ГП будет. Там рогать, я тоже... Пьер Кольков должен быть на первом месте, то есть значит тут сливать мелкий трэш на хули. Хотя он тоже потом. Так он, наверное, этого не знает. Судя по тому. Схилы выжили. Чувак это не знает? Не понял. Рога 90 тысяч. 90 тысяч. Ну я просто во тьме. По живому огню у меня 900 тысяч. За два огня. Халеона, Хантера надо менять. Исправляйся, или тебя поменяю, потому что это позор. 200к по трэшу,
100к по большому, ну это позор. На тебе ГП, напуливай нормальный трэш. Сейчас из-за тебя косвенно жопу рвут все. Тренироваться с твоими шмотками на первом месте должен быть больше, чем ход дамажит. Если ПВР 5.5, как ты говоришь. Хер его знает, что такое. Да, ничего там не будет. Просто на первой фазе АДК срывает трэш уже. Уже трэш срывает. Я голосую за вторую робу. Ну, залупа будет. Сначала за Зеленского, потом за робу. Потом за Путина. Так, давайте. Что? И пасты тут. Человек. Пипас, поставь плюс, если ты тут. Посмотри рекаунт, у тебя 0 урона от ловушек, 270к град стрел. Сделай так, чтобы ты наносил по трэшу урон, ставил ловушки на этот трэш под напул и юзал нормально град стрел. В следующий раз будет еще ГП. Чек. Весь трэш на хилах. Почему-то. Рога, что там по роге? Вер, клинков 400к. Ну это, ладно, это знает. Третья фаза, один трэш был. Все, давай, начинай. Слышь, мышь, начинай. Что там, во тьме нормально уже танчил? Десятку отправил, кто-то научится играть, наверное. Обещал взрывать через драгу света во тьме. А, хорошо хилит. Хотели, трай, тоже просто свет для этого. На мне нет частицы на магнитом. О, господи, не нужно, вижу поп. Жаль, ничего. Спел сразу. Спел. Жаль, метеор. Чайкап нет. Пятый только по кушку. Хальон сначала бейте. Семь хальоны. По кружку я имел в виду, блин, в той фазе. Бейте, пожалуйста. Джонни Баббл назад метку. БДК прожимайся, сразу заходи БДК. Уходите, если посмеете. Все, добили, иди, иди, ману, Джон Бамба. Бамба бедный. До 37% маны должно быть 100%. Дружище, я знаю, как играть на хули-пали, мана никуда не денется. Да, чтоб потом не было на третьей фазе, теперь без маны не сможешь. Не будет. Карте когда зайти? Заходим метку, давайте заходим. Стоять. Нет, на лобом. Так, Ваня, кинешь на Джонни Баббл СС. Костил метка. Макадами напишешь, как ты на сколько тебе КД на метка. Нету КД. БРГ. Сколько? Есть БР.
добиться нет. А это сейчас третья фаза. Надо постараться. После метки только носить, выходить точнее после метки, и раньше. Метку чуть ближе к морде носить. Третья фаза. Поднимай вид стила. Поднимай вид стила. Куда дойти от портала? Макадами, поднимай вид стила. Дайте рост святу. Рост святу. Тоже баба умер. Лак, каску. Что-нибудь, дайте маху пороги. Бежали метеор, давайте мне дадим рост. Большого голема все играем, холёный сухой меч. Холёный сухой меч. Трэш смотрим. Там. Все, играем холёный. Подбацаем на сметку. Пишем на метку. Где-нибудь метеора побежали. Побежали. Трэш, не убивайте, пробуем вовсе. Можете морозить трэш. Играйте большого голема. Коленостью не убьем. Академию вынеси метку назад. Мепатия метку назад. Трэш пошел, не вижу никого. Странно, кажется. Побежали метеор, колено убьем, дотаем. Играйте большого голема. Вынеса метка. Хорошо. Встанешь? Что, зачем ты там тебе шмельоны потолок? Не, масухой нажал. Молодец. У нас бэров нету больше. Давай в медведя. Вот медведь. Вот медведь, значит. Человек два дня уехал, да? Шам нужен. Да нет у нас бэров, просто нет бэров. Поэтому шанс убить минимальный. Давайте. Вроде рыбона по КД просто. КД я его пиндас таунтил, только на сухо и все. До этого не я таунтил его. Давайте падаем. Там у нас я насрал. Бить стил, как умирает во тьме. Видимо, подлезаем. Надо было скин сделать, как у меня Халион стоял. Наверное, из-за этого не рассчитал ренджу. У меня он на крае стоял, я чисто так ориентировался. Ну, воображение, короче. Так без стила чего? Там отметки, умер лезвие, дыхание. Нет, видимо, от лезвия, но лезвие закончилось, я не знаю, я умер мгновенно. Лично я до сих пор не понял, от чего я там умер. Слышал, себя жахнул. Прям взял и поимел. Вот так, приблизительно. Хорошо. Ладно, давайте быстрее, если убрать ваш косяк с таунтом. А, Алабама какой-то. Лезвие. Пожирание, бам-бам-бам-бам. Какое-то пожирание, Алабама, не помню. Захилили, значит, пожирание. Ну, типа, кидать ему ГП или нет? Куда-то вперед, а не за спину танка несут. Алабама, это, наверное, когда он пошел метку носить.